Ты не поверишь, но этот десерт готовится очень быстро и также съедается. Приморские творожанники готовятся 10 минут. Сначала включаем духовку и нагреваем противень. Делаем творожные плюшки. Берем творог 200 грамм и добавляем 2 яйца. Все хорошо смешиваем. Затем добавляем 1/2 чайной ложки соды, 2 столовые ложки муки с горкой и ванилин. Все хорошо смешиваем, тесто должно получиться густым. На прогретый противень наливаем растительное масло примерно как на оладьи. Снова убираем в духовку на 2 минуты. Смачиваем в воде и выкладываем тесто, чтобы тесто не прилипало. Выкладываем на прокаленный противень. Выпекаем до золотистой корочки буквально 10 минут. Когда плюшки выпекаются, делаем сметанную заливку. Смешиваем 250 грамм с сахаром. Я добавила 2 столовые ложки. Когда творожные плюшки зарумянились, достаем и выкладываем в блюдо. Кстати, они абсолютно не пригорают. Выкладываем плюшки слоями и каждый слой поливаем сметанной заливкой. Обязательно оставьте их пропитаться. Если хотите теплыми, минут на 10-15 или на всю ночь. Холодные они тоже обалденные. Приятного аппетита!